Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные огурцы в томатном соусе. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! 1,5 килограмма огурцов заливаем холодной водой и даем постоять 3-4 часа. А затем нарезаем их кружочками толщиной примерно 5 мм. Дальше пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой 800 граммов спелых помидоров, 300 граммов болгарского сладкого перца и 5 граммов красного острого перца. В полученную массу добавляем 30 граммов соли, 50 граммов сахара, 50 миллилитров рафинированного подсолнечного масла, перемешиваем и отправляем на плиту. С момента закипания варим соус на среднем огне 10 минут. Периодически его перемешиваем. По истечении времени закладываем подготовленные огурцы. Хорошо перемешиваем. Даем содержимому миски повторно закипеть. И варим огурцы на небольшом огне ровно 5 минут. Дальше добавляем 15 граммов пропущенного через пресс чеснока, 60 миллилитров 9% уксуса, размешиваем, провариваем еще буквально 1 минуту. И не снимая огурчики с плиты, раскладываем их по сухим стерилизованным банкам. Сверху заливаем томатным соусом, в котором они варились. Сразу закатываем. Переворачиваем банки вверх дном. Накрываем полотенцем и даем так полностью остыть. Из указанного количества продуктов получается 4 пол-литровые баночки салата. Вот и все. Очень вкусные огурцы на зиму в томатном соусе готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Хранить такие огурчики можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.